Добрый день, уважаемые друзья. Расскажу сегодня вам, короче, подписал 24 апреля вчера за номером 135 федеральный закон Владимира Владимировича Путина «Внесение изменений в закон о правоположении иностранных граждан в Российской Федерации». Связано это с трудовой деятельностью, статья 13.3. Иностранных граждан, это касается осуществляющих трудовую деятельность на основании патента. Президент подписал данный закон о внесении изменений в статью 13 федерального закона о правоположении иностранных граждан 24-го, да, как сказал, в час вчера это подписал. То есть тут указывает, это было принято Государственной Думой, то есть 17 апреля 2020 года, и одобрен 17 апреля 2020 года Советом Федерации. То есть данный закон говорит внести изменения в пункте 8 статьи 13.3 федерального закона 25 июля 2002 года про положение иностранных граждан. И говорится, изменения, исключив из него второе предложение. То есть ранее старые, то есть да, редакции, пункт 8, статья 13.3, пункт 8 федерального закона 115 о правоположении иностранных граждан, говорится, не позднее, чем за 10 дней рабочих дней до истечения 12 месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в территориальный орган, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент за переоформлением патента. При этом число обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза. То есть гражданин приехал, грубо говоря, 1 мая получил патент 18 года. 1 мая 19 года у него срок действия патента дается с 1 месяца до 12 месяцев. То есть срок действия патента считается на основании того, что авансы платежи. То есть гражданин, если оплатил патент на 3 месяца, да, авансовый платеж произвел, срок действия патента будет считаться на 3 месяца. Но он дается до 12 месяцев. А сроки считаются на основании произведенного авансового платежа на налоги физических лиц. То есть, если гражданин получил патент 1 мая, да, 2018 года, 2019 года, то есть не до 1 мая, а до истечения срока действия патента, получается, за 10 рабочих дней, за 10 рабочих дней должен обратиться за переоформлением патента. То есть он где-то в июне, в середине июня, в начале июня может обратиться за переоформлением патента. Но при этом уже в 2020 году, 1 мая, он не имеет права. Ему нужно было выехать за границу, заехать заново и потом переоформлять патент. Так как он уже один раз переоформил без выезда за границу, да? Данный указ говорится, то есть говорится тут, что изменение, исключив из него второе предложение. То есть второе предложение тут вот обращение. При этом число обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза. То есть данным указом исключается второе предложение, и граждане могут теперь неоднократно продлевать без выезда, хоть не знаю, там вообще до конца жизни. То есть федеральным законом об этом говорится изменение, да? Федеральным законом устанавливается право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы и осуществляющего трудовую деятельность на территории Российской Федерации, на основании патента неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда за пределы Российской Федерации. Данные документы взяты с официального сайта, да, например, это не откуда-то взяли, Российская Федерация. То есть внесли в пункт 8 статьи 13.3. Расскажу на узбекском. Егерматурнинчи апрель кюны кими егерманчельда Россияв хорасан президенты Российской Федерации президенты Владимир Владимирович Путин карорга кол койды. Президент Российской Федерации Саудберда Алден, эски федеральный закон да 8-й пункта ёзылганды, иностранный гражданин, Өзбек, Таджикистан фукаралы гражданин кеген, агар да келса, патентиге бир ил тугамастан алдын, 10 күн, 10 күндө патентке переоформление топшырыш керек эле. Патентин срогу тугап атканда.
патенты бір болғанда, яңы патент олады, яңы патент олғаннан кейін, уже икінші болғаннан кейін, границеге чықып, келіш керек еді. Шуны аз яңы законда президент қолған жойда, шуны олып ташланды, исключить. То есть, хазыр фуқара, патент бойынша ішлеткен фуқара, Өзбекстан, Таджикстан фуқаралары, 10 yılmı, 15 yılmı içi de patent olgandan keyin her yıl granisege çıkmastan, kirip çıkmastan zayıflayın yazıp geri öfülemeyi patent kılına yorardı. Aldın ise eskisi de patentiniz 1 yıl bulgandan keyin granisege çıkıp 1 yıl mı? 2. yıldan keyin 1 yıl bulgandan keyin periformiyeni kılasız. Keyin 2. yıl bulgandan keyin patent tüketken de granisege çıkıp keliş lazım idi. Granisege çıkıp kelmeseniz patent prodlevat kılmasıdır. Şu hazır 24 апрельдегі закон, яңы закон шыққаннан кейін, патентті алдыңыз, 2000 мысал үшін 20 жылы келдіңіз мі, 30 жыл кеше границадан шықмай, әр ел патентті чозып жүрерсіз. На этом все, уважаемые друзья. Берегите себя, своих близких. На днях будущего про гражданство еще 24 апреля Владимир Владимирович Путин также подписал о внесении изменения о гражданстве. Упрощенно там много, расскажу вам еще. Всего доброго.